Всем привет, зовут меня Николай, занимаюсь сборкой мебелью. Вот решил рассказать я о таком вот пылесосе. Увидел у одного сборщика его, хотел до этого брать Кюрхер, но он меня понравился то, что он маленький, компактный, то, что мне надо. Труба у него не идет. Идут насадочки. Сразу вставляются. При отведении тоже вставляется. В принципе, он справляется со своими задачами. Вот мне для монтажа кухни и уборки его как бы с головой хватает. А то, что здесь у нас мешочек такой. Сейчас я его отставлю. Мешочек такой маленький. Ну, в принципе, два раза я вытрушиваю фильтры. Бумажные я его даже и не пользовался, сразу говорю. Взял вот такие вот фильтры. Разрезал, сделал многоразово. Ну да, чуть-чуть они как бы не справляются. Ну, в принципе, можно продуть. Это я после последнего монтажа. В принципе, этот у нас немножко так подзабился. В принципе, его можно продуть. Все в порядке у нас. То, что он мобильный. Мешочки нашел. Не стал экспериментировать, как другие говорят, от обычного пылесоса. Универсальный, вырезать. Ничего не стал делать. Взял, заказал вот такие вот мешки, 5 штук. Штук, цена тоже не устроила. Такого плана мешочки. На 3 идет, не помню, 2 или 3 слоя. Как бы нормальные мешки за эти деньги. Про сам пылесос. Мощности как бы мне для моих задач то, что он был компактный. Везде помещался. Розеточка есть. В принципе, он мне очень сильно нравится. По мешкам тоже разобрался. Мешочки как бы есть. Молнию пришивать к ним не стал. Думаю, попользуюсь пока так, посмотрю. Как бы пользуюсь. Меня он устраивает полностью. Удобный, компактный, ручка есть для переноски, сама она. Всем спасибо.